Тюменская область рассматривается как потенциальный регион для строительства ветряных электростанций. Напомню, 2 года назад Роснано совместно с компанией «Фортум», которой принадлежат обе тюменские ТЭЦ, организовали фонд развития ветроэнергетики. В планах строительства нескольких станций общей мощностью более 1800 мегаватт. Одна из них уже введена в эксплуатацию в Ульяновской области. К тому же компания получила право на строительство солнечных электростанций. Конкурс по отбору подрядчиков планируют провести до конца года. Что касается конкретно Тюменского региона, мы в проработке брали несколько участков под ветряную электростанцию. Ну а по солнцу Тюмень, по объективным причинам не проходит.